Мультяшки-познавашки. Здравствуйте, дорогие ребятишки, девчонки и мальчишки, наши юные друзья! Вас приветствует канал «Мультяшки-познавашки». Сегодня я вам прочитаю сказку «Два жадных медвежонка». В одном глухом лесу в самой чаще жила старая медведица. У нее было два сына. Когда медвежата подросли, решили они пойти по белу свету счастье искать. Поначалу пошли они к матери и, как положено, распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Тронулись медвежата в путь дорогу. Шли они шли, и день шли, и другой шли. Наконец все припасы у них кончились. Понурые брели рядышком медвежата. «Эх, братик, да чего же мне есть хочется?» — пожаловался младший. «А мне и того пуще!» — сокрушенно покачал головой старший. Так они все шли да шли, покуда вдруг не набрели на большую круглую головку сыра. Хотели было поделить ее по справедливости, поровну, но не сумели. Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, ругались, рычали, как вдруг подошла к ним лиса. «О чем вы спорите?» – спросила плутовка. Медвежата рассказали ей о своей беде. «Какая же это беда?» – сказала лиса. «Это не беда. Давайте я вам поделю сыр поровну». «Вот это хорошо!» – воскликнули с радостью медвежата. «Дели!» Старая плутовка взяла сыр и разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого. Медвежата сразу закричали: «Этот больше!» Лисица успокоила их: «И это беда не беда. Малость терпения, сейчас все улажу». Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его. Теперь большим стал меньший кусок. «И так неровно!» – забеспокоились медвежата. Тогда лиса откусила от большей половины здоровенный кусок. Теперь больший кусок стал меньшим. Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда, от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила. К тому времени, как куски сравнялись, медвежатам почти сыра не осталось. Две крохотные крошки. «Ну что же», — сказала лиса, — «хоть и помалу, зато поровну. Приятного вам аппетита, медвежата!» Захихикала и, помахав хвостом, убежала. Так-то вот бывает с теми, кто жадничает. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. До новых встреч! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока! Thank you.